Велосипед Stinger Stream STD. Новый шоссейник с некоторыми проблемами. Во-первых, у него втулки Шимана. Самая большая проблема, потому что непонятно, оригинал это или нет, но они хрустят. Смазки с одной стороны достаточно, с другой стороны недостаточно. Соответственно, открывали обе втулки, добавляли в обе втулки смазку, контрили, регулировали, но все равно втулочки чувствуется, что они похрустывают, что качество изготовления, к сожалению, не очень. Дальше вот здесь вот стоял барашек Jaguar. У него всего один виток резьбы. То есть регулировка всего на один виток резьбы получается, потому что со второго витка он начинает выскакивать. Поставили китайский, у которого там 10 витков резьбы. После этого как-то получилось настроить переключатель. Здесь у нас турней. У всех почему-то в последнее время проблемы. То есть на маленькой звезде все хорошо, второе положение нормально, закидывает отлично. И вот четвертое положение все равно цепь чуть-чуть подчеркивает. Звезда штампованная кривая. Очень сильно надо вытягивать барашек. Вот этот вот барашек, видите, как он прям аж вытянут весь. Ну и плюс наконечники поставили. Вот здесь наконечников не было. Заходила рубашка внутрь, и ворс шел прям наружу сразу. Очень сильно был перетянут тросик. Тоже пришлось его подрезать. Соответственно, пришлось подрезать рубашку. Задний переключатель, в принципе, достаточно нормально работает. С учетом того, что это турней, он люфтит, он прям жестко так щелкает. И ресурс будет небольшой. Очень большая проблема с тормозами, с модуляцией. Диски обезжирили, все настроили, но ручка, смотрите, ход ручки. Вот такой ход ручки, это минимальный, который удалось настроить, чтобы тормоза не цепляли. Потому что на колодках, вот на этих вот желтых, пружинки фиговые, сами тормоза фиговые, модуляция, рычажность и другие умные слова. В общем, с тормозами есть проблема. Далее, ну, рулевая была перетянута, ослабили чуть-чуть, штаны протянули, педали протянули, все надели. Клиент захотел подножку. Такую он купил подножку за 1200, дорогущую привез. Мог бы у нас взять подешевле за 400, точно такую же, но получше. В общем, поставили вот таким вот образом. Все очень плохо, давит на тормоз, но зато подножка есть. В принципе, велосипед стоит на какой-то ровной поверхности с минимальным наклоном. Велосипед стоит. Как будут дальше переключатели работать, я не знаю, но в данный момент пока все хорошо, все щелкает. Велосипед, конечно, смотрится очень симпатично. Такой дизайн хороший, качественный. Резина Митос, обода Фельгибиттер. То есть в целом все самое бюджетное поставили. На велосипед едет, наверное, самый дешевый будет шоссейник с дуалами. С такими вот дуалами, с такими рычажками для сброса. Наверное, все это будет работать. Но проблемы с настройкой есть, и, конечно, проблемы со втулками. То есть сразу надо втулки смазывать на таких велосипедах, особенно если написано Shimano.